собрание Ассоциации Совета ректоров медицинских университетских вузов России считать открытым. Коллеги, я рад вас приветствовать на стенах вуза, который сегодня отмечает свой юбилей, 125-летие, и это послужило поводом запустить серию выездных советов ректоров по различным образовательным организациям. Отрядом, который оказал очень важную помощь и раненым бойцам, и мирному населению Донбасса. Поэтому мы очень вам признательны и благодарны. Спасибо. Спасибо. Сегодня мы проводим церемонию подписания соглашения о стратегическом партнерстве Ассоциации Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды». Уважаемый Сергей Федорович, уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники университета «Ветераны», примите искренние и теплые поздравления с замечательным праздником 125-летия со дня основания первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю плодотворной работы, дальнейших успехов и новых свершений, крепкого здоровья и процветания. Председатель Ассоциации Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, ректор первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Витальевич Глыбочко. Святитель Митрофаний памятен нам тем, что он благословил Петра Первого на строительство города на Неве. В эту честь сделан колокол, настоящий колокол с изображением святителя Митрофания и вот акта благословения святителем Митрофанием Петра Первого. Все это на колоколе. Пожалуйста, примите. Спасибо. Так сложилось, что существовали две сомологические школы. Первая, после того, как Склифосовский на Госсовете, который и тогда работал, сказал о том, что у нас очень плохое оказание по зубоврачеванию, и, собственно говоря, сформировались две школы. Первая школа сформировалась в Санкт-Петербурге в 1891, да, а вторая в Москве. И вот как бы эти школы влились, одна в наш университет, а другая в ваш университет. Поэтому мы символическую гравюру, где, собственно говоря, сформировалась наша, это Петровка, это рядом Минздрав, как раз вот выход. Спасибо огромное, и можно я покажу? Да. Спасибо, коллеги. Почетной грамотой Ассоциации Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений награждается Богненко Сергей Федорович,
ректор первого Санкт-Петербургского государственного университета имени Павлова, академик Российской академии наук. Полушин Юрий Сергеевич, руководитель научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, академик Российской академии наук. Иммануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директор научно-методического центра молекулярной медицины, доктор медицинских наук, профессор. Матюшечкин Сергей Викторович, доцент кафедры клинической анатомии и оперативной хирургии имени профессора Михаила Григорьевича Привиса, доктор биологических наук. Готовчиков Андрей Александрович, заведующий неврологическим отделением номер 1 университетской клиники 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, врач высшей категории.